πώς είναι πιότ, πώς είναι κούριτ, πώς είναι οποτρεβλάνε ναρκώτικοι, πώς είναι ριζανμάιζα ρασβόινικομ, πώς είναι βαρούετ, τεπέρ όμς πασάιτ, η λόφιτ του Δέινα ούλησου, η πριβόνιτη γρεπ σέντερ, ξέρκοφ, χαστούσου Χριστού. Δάιτε μόγουστα! Βακλιστέ Ιησούς, σάστρε Πόζι, ναι, δισκριμινάς. Η σλάβα Πόζι, ο Ιατσόβ να Πόζι, θα ήταν με λεκό, σε να τάξω που δεν θέλει να δισκριμινάς. Θα τα μούσα για σάμφ να όσο να πω έτσι. Νο, δεν πήγε μόνο δισκριμινάς. Είπα ήταν ο καλύτερος και λόβε, μόνο και ξέστη για να είναι. Ναρκωμάν, αλκαγόλι, γομοσεξουαλίστ, λεσβιλιάνκα, καρνικοί, τσόμνα κόζε, σβεντάμσε, αζιάτε, με ουν σεβε αντόμα βδόμε ατσάνιμες. Γεια. Когда я уже сейчас ничего не употребляю, начал вести нормальную жизнь, христианскую, слава Богу. Хотя в миру я был отбитым наглухо, я не верил вообще в церковь. Я думал, что тут собирают десятины, что это бизнес. Я не верил в то, что пастор Сидней помогает людям, потому что СМИ его рисовала другим образом. Но слава Богу, я прошел реабилитацию. Начал служить Богу, я понял, что пастор Сандей действительно спасает и с уничиженного делает такое, что прославляет Бога. Я нашел себя в этой церкви, я понял, что я должен служить людям таким, как я, таким, каким был я. Должен стать пастором-миссионером и вести народы за Бога. Как ты был героем миру, он был героем миру, все его знали в миру. Сколько раз судим? Нет, слава Богу, судим один раз. Привлекался очень много, слава Богу, милиция такая была добродушная. Привлекался раз, то минут 10, да? Ну, много раз не попадался, слава Богу. Очень много раз. Бог спасал, Бог миловал. Слава Богу. Потому что Бог знает, что вот твое геройство не там в миру. Свое самоутверждение не там в миру, что я не хуже вас. Здесь Бог действительно через тебя покажет, что если Женя Бог может понять, он кого угодно поднимет. Послушайте, все, кто здесь находится, вы считаете себя полноценным человеком. И вы даже не делаете половину того, что Женя сейчас делает. Вы не учитесь на пастора. Вы не служите Богу. Вы не делаете свою цель жизни царства, как он. И вы думаете, что вы полноценный человек? Еще неизвестно, кто полноценный человек.